2 апреля 1945 года. На Братиславском направлении войска 2-го Украинского фронта овладели городом и железнодорожной станцией Топольчаны, а также заняли более 100 других населенных пунктов. Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление юго-западнее озера Балатон, совместно с болгарскими войсками овладели центром нефтяной промышленности Венгрии, а также заняли более 40 других населенных пунктов. За 2 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 25 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 34 самолета противника.